Работай сейчас по уши. Если я тебе нужен, зайди позже. Ищешь Риктора? Он наверху. Друзья Дэна наши друзья, но не вздумай тут мутить воду. Если что-то нужно, иди к Риктору. Он здесь главный. Чего ищешь, странник? Вижу, Дэн опять во что-то вляпался. Ну, этот список должна проглядеть Дженус. Иди, она наверху. Отдай записку и возвращайся ко мне. Есть интересное предложение. Я гляжу, ты из новеньких. Посмотрим, что тебе нужно. Кое-что из этого мне придется поискать. Но ты знаешь местные правила. Мы помогаем тебе, а ты помогаешь нам, так? Джуна, один из наших, недавно пропал. И я уже беспокоюсь. Будь добр, поищи его, пока я собираю припасы. Если узнаешь о нем хоть что-нибудь, я дам тебе рецепт исцеляющих бинтов. Возьмешься, пожалуйста. Удачи. Надеюсь, он жив. Нельзя не заметить, странник, что твоя пушка никуда не годится. Есть мысль снарядить тебя получше. Помоги нам, и получишь реальное оружие. Отказала наша радиовышка на холме. Ее нужно починить. Наверное, там просто что-то сместилось. Починишь ее, получишь дробовик. Как тебе? Удачи. Трудностей быть не должно.
и я бы покурил. Вашу мать, мне пипец! Я ранен! Вашу мать, мне я ранен. Твою мать! Thank you.
Ты вернулся. Иди к Риктору. Он ждет тебя. Эй, ты, ищешь работу? Джуна нет, а я не могу уйти с поста. Предупреди поселение, что у нас тут муты. Ты поможешь мне с этим? Теперь бери батарею и запали ее на холме. Там есть устройство для запуска. Его легко найти. Вперед! Найди устройство для запуска на холме и зажги фейерверк. Дай знать людям о мутантах. Неплохо, странник. Я не знал о мутантах. Они так далеко не забредают. Но ты справился. Сходи к Дженус. Она хочет знать, что ты нашел. Джуна мертв. Я так и думала, но все же надеялась, что он вернется. Этот мир убил столько хороших людей. Спасибо тебе за поиски. Вот то, что ты просишь, и ищу рецепт лечебной повязки. Просто смешай все это и лечись, сколько влезет. Еще раз спасибо и удачи.
Позволь дать тебе совет. Эти холмы кишат бандитами. Обычно они воюют друг с другом, но если заметят тебя на своей земле, убьют и имени спросят. Берегись. Доставь Дэну припасы поскорей. Если он послал тебя сюда, это важно. Держись, друг. В пустошах скрыто больше, чем принято считать. Это опасное место, но если знать, где искать, оно того стоит. Отлично. Похоже, я правильно сделал, что спас тебя. На тебя действительно можно положиться, и я твой должник. Можешь поговорить с Диэр насчет Баги. Он уже в гараже. Приведи в порядок Баги и возвращайся. Есть новая работа. Спасибо. Припасов нам не хватало. Жизнь в поселении не сахар, но Дэн не дает нам пропасть. У него чутье на тех, кому можно доверять. Ты ведь не хочешь спуститься в канализацию? В канализации опасно, понял? Опасно! Там мутанты хранят все, что находят. Говорят, там много ценного, только они это снимают с трупов. Смотри, не вздумай соваться туда без серьезного оружия. Никто не знает, что тебя там ждет. Yeah.
Вижу, тебе удалось уцелеть. Канализация проходит по всей пустоши. Ищи люки. Если совсем спятил, лезь туда.